Друзья, всем привет! Рад приветствовать всех на своем канале. Сегодня у меня будет необычное видео. Сегодня будет обзор игры, посвященная стрит-воркауту под названием Pull Up or Die. Это, наверное, единственная в своем роде игра про воркаут, которая вообще существует. И скачать ее можно на Android. Я эту игрушку себе скачал. И честно признаюсь, игра, в принципе, мне понравилась. Здесь очень много всяких фишечек. И сегодня я попытаюсь вам коротко о ней рассказать. Ну что ж, поехали! Итак, что из себя представляет данная игра? Ну, первым делом нам нужно здесь прокачивать своего персонажа, своего атлета, своего спортсмена. И прокачивать его можно по четырем аспектам. Мы прокачиваем ему тело, прокачиваем ему динамические элементы, прокачиваем ему статические элементы. И также прокачиваем время удержания некоторых элементов. Да, в этой игре можно делать элементы, можно делать динамические элементы, так и статические. Что в первую очередь меня привлекло в этой игре, что здесь можно делать динамику, статику, все в таком духе. Вот так выглядит наш персонаж, зовут его Петя. Получается, на начальном этапе все более сложные элементы закрыты. По мере прокачивания персонажа элементы открываются и можно их поюзать. Сейчас у меня 10 уровень, я вот уже докачал своего персонажа до 10 уровня. И на моем этапе открыты только из статических элементов это фрог, лягушечка и все, в принципе. Больше у меня ничего не открыто. Далее, нашего персонажа можно кастомизировать, одеть на него штанишки, одеть на него кепочку, одеть на него шапочку, вот, одеть очочки и все в таком духе. Также в игре есть магазин, где можно купить спортивное питание, такие как креатин, протеин, жиросжигатели. Я так понял, это как типа буста какого-то, который быстрее позволяет прокачивать нашего персонажа. И все это надо покупать за монетки. Монетки мы зарабатываем уже в основном режиме под названием подготовка. В режиме подготовки у нас есть два подрежима. Это бодибилдинг и фристайл. В бодибилдинге мы делаем как бы базовые упражнения, которые прокачивают наше тело. Это приседания, подтягивания, отжимания от брусьев, выходы силой. А уже во фристайле мы прокачиваем уже динамические элементы. Сейчас покажу вам некоторые упражнения, которые здесь вообще есть. Вот, допустим, есть выходы силы. Как они выглядят, давайте посмотрим. Играть в эту игру, в принципе, несложно. Все, что нам остается делать, это нажимать на кнопочку. Вот, где такой отображен квадратик, мы просто нажимаем и отпускаем. Сейчас покажу вам один из элементов динамики. У меня сейчас открыт всего лишь первый уровень. Это стойка на турнике. Здесь нужно попасть в ромбик. Если вы не попадаете в ромбик, то у вас персонаж падает и все, не получается. Как вы видите, у меня, как и в жизни с динамикой, все очень плохо. Мой персонаж постоянно падает. Вот, и я, короче, здесь ни разу не попал в цель. И, в общем, динамика мне, как в жизни, не удается. Вот. В общем, в игре есть дофигища всяких разных упражнений. Как и в жизни, здесь мы начинаем с малого и идем вверх. Я сейчас дошел вот до такого уровня. И теперь давайте поговорим о плюсах игры и о минусах игры. Начну с минусов игры. И первый минус, здесь быстро кончается энергия. Здесь сегодня дается тебе 10 попыток на разный элемент. И когда у вас включен интернет, у вас постоянно вылазит реклама. Это, наверное, самый главный минус, который в игре я заметил. Но если вы отключите интернет, то, в принципе, я думаю, рекламу можно избежать. Это, наверное, самый главный минус в игре. Что касается плюсов в игре, плюсов здесь значительно больше. И первый, самый главный плюс, который мне сразу же бросился в глаза, когда мы заходим в игру, здесь очень много музыки, под которую можно тренироваться. Тут есть такие известные треки Нефекса. В общем, все нам знакомые треки, которые слушают воркаутеры. Очень вся динамичная музыка, ритмичная, типа трапа, рэпа и все в таком духе. В общем, вы можете сами оценить, какой здесь богатый музыкальный плейлист. Далее, что мне понравилось в этой игре, здесь очень множество элементов интересных. В игре, в принципе, нормальная физика, графика такая тоже неплохая. В общем, игрушка мне понравилась.
И я вот могу позалипать в нее в свободное время. Ну что ж, вот такой получился у меня обзор этой игры. Не судите строго. Я как бы не выдающийся летсплейщик или какой-то там обзорщик. Я просто хотел поделиться с вами своими впечатлениями о данной игре. Ссылочку я оставлю на нее в описании. Можете скачать. Ну что ж, ладненько, буду заканчивать свой видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся на новых видео. Всем пока!